Да, Фласка, я понял, сегодня нам нельзя наступать на зеленый, потому что происходит побух. Давай наглядно покажу, что было. Давай. Ты же не успел записать, да? Нет, я не успел записать. Короче, мы зашли в мир, нам дали какие-то вот эти точки сохранения. Вот я наступил на зеленую травку и... Ладно, Фласка. Произошло вот это. Да, это просто капец какой-то. Ой, мне понравилось. Да, Фласка... Чё-то ты тут намудрила, да? Как нам отсюда теперь выбираться? Ладно, у нас есть очень много блоков земли. Фласка, не наступай на зеленый и не бери в руки зеленое. Ты понимаешь, что жизнь это взрыв? Тяжелый случай. Так, все, Фласка, никаких больше бубухов. Нам нужно... Фласка, я думал, тебя переклинило. Нам нужно какие... Ты что сделала? Так это ты пошел, придурок, наступил куда-то, я каким боком? Да никуда я не наступал, я гравий тыкал. Сейчас, главное еще близко не стоять к зеленому цвету. Стой, не двигай, Фласка, осторожно. Не забывай сохраняться. Так, так, так. Ну это точно не я был! Так а я сзади тебя, придурочный, я вообще каким боком, смотри, все. Сейчас покажу, как это делается, сейчас покажу, как это делается. Стой, там бы близко не станови... Ну ладно, видишь, это все из-за тебя, Скретч, ибо у меня все ок. Да, короче, ребят, мы сейчас попробуем пройти Майнкрафт таким непонятным образом. Непонятно, что... Ты закрываешься, правильно? О, подожди, а траву можно ломать? Господи, ладно, сейчас, подожди, я хочу попробовать осторожно зайти. О! Тут что, где-то замшелый булыжник был? Судя по всему, да. Я просто хочу в сундук. Здесь яблоки и хлеб. И смотри, если вдруг нам в руки попадет какой-то предмет, который содержит зеленый цвет, то мы тоже бубухнем. Даже цветочек, Фласка. Я не понимаю, что рвануло там, когда мы заходили в дом. Так, все, Фласка, будь максимально осторожнее. Давай, я пожертвую собой, чтобы бахнуть голема, а ты подберешь железо. Или наоборот. Да, вообще без Б, смотри, как это делается. Стой, там же трава у дома. Погоди, где он? Сейчас я до него доберусь, смотри, 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 смотри. Бам! Но он не помер, Фласка. А почему он не помирает? Мне что сейчас, сколько раз мне помирать? Мне кажется, это не так работает. Подожди, ладно. Блин, грядки тоже вряд ли можно. Нам нужно каким-то образом расправиться с големом. И осторожно в зеленый не вступи. Оп. Нормально, не наступаю, но могу случайно. Нет, вон цветочек не подбери, он тоже зеленый. Давай проверим. Может, не надо проверять? Надо, надо. Походу, сегодня в этом видео от нашего мира и камня на камне не останется, Скретчи. Вот знаешь, раньше мы с тобой касались какого-то цвета и просто-напросто помирали. А тут все бахает, бухает, блин. Я говорю, видос чисто вот мой должен был быть, потому что это я люблю. Стой! Бухать. Да Фласка! Да что? Ну не подходи, придурочный. Ты видишь, сейчас голем разбираюсь. Где ты, он? Ты его можешь вот просто он ударить, и он бубухнет. Железо. Выпало. Выпало? Нет, я не вижу. Зачем я все это делаю? Хорошо. Все, я ливаю. Фласка, стой. У тебя дерево есть? Оно должно было тебе откуда-то выпасть. У меня 3 дубовых доски. У меня есть 2. Давай, скидывай. Мы сделаем верстак, сделаем каменную кирку и добудем вот железо. Уже одно у меня есть. Ты что делаешь? А, ты показываешь, что скинула. Жители тоже зеленые. Да, у жителей зеленые глаза. Так, Фласка, стой. Я делаю... Это капец. Вот такой мир еще не был. Настолько опасный. Я делаю топор и кирку, правильно? Наверное. Так, на тебе топор. Можешь пока подобывать дерево. Я еще сделаю один топор. А все остальное... Я добуду железо, чтобы мы сделали и ведра, и железные кирки. Фух, вот это вообще жесть. Ультра-хардкор называется. Фласка, как у тебя успехи там? Плохо вижу свою. У меня кажется, сейчас начнется стресс, Крэй. Так ты поставь под себя блок какой-нибудь. Я боюсь уже что-либо делать в этой жизни. Ты в замшелый булыжник не врежься, главное, а то это будет фиаско. Так, все, у меня есть 8 булыжника. Я, значит, делаю печу, ставлю сюда, кидаю железо. Нужно на чем... О, уголь, вижу уголь. Сейчас, жители, не подходите, меня не трогайте. И... Ты показываешь таким образом, типа, Скретч, вот дерево, да? Да-да-да, потому что вот я прям сейчас прям нажму на это. Нет, не нажимай, тут печка наша плавится. Я хочу. Нет, 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 Фласка, давай мы переплавим. Мне надо сюда пухнуть, я не могу. У меня просыпается. Что у тебя просыпается? Агрессия? Шизофрения? Да. Мне стало так приятно, когда я что-то бухнула. Вообще прикол, я могу бухать, просто касание. Не надо бухать. Ребята, мне кажется, Фласка не готова к такому миру. Ты выжила, что? Да, это у меня секунды не уяс. Я ж только что возродилась. Ты что, забыл об этом? А, ну логично. Все, у меня есть 3 железа. Значит, у нас будет 1 железная кирка, 1 железное ведро. Фласка, нам нужны кровати. Кровати? Где я тебя найду? Да что меня взрывает?
мешает. К тебе житель там со спины подошел, по-моему. Придурочный, ненавижу его. Стой, Фласка, вот тебе блоки земли. Тебе нужно какой-нибудь домик, кровать. Мне тоже нужно... Ладно, сейчас, короче. Кряче! У меня, походу, в руках... Та-дам! Семена пшенички! Не понял это как-то. Да что? А почему ты держала в руках, все нормально было? Не знаю. Может быть, я как раз таки рванула из того, что оно было у меня в руках, а потом оно осталось у меня в руках. Типа я уж получила свою порцию по щам. А так как ты впервые до этого докасаешься, то ты получила сполна. Стой, Фласка, я там вижу в доме несколько кроватей. Пойдем в дом. Давай, стройся сюда. Здесь ничего зеленого нету практически. У-ху! Ласка, стой. Я сейчас принесу кровати. Главное, не бухай, хорошо? Кровати, а все остальное можно, да? Да стой, хватит взрываться! На, подожди. Да почему? Ложись спать. Давай день наступит. А можно еще разочек я зелененькая тыкну? Да нет, я так и не... А ты что тыкнул? Да на меня житель со спины, походу, подошел. В смысле? Че, он в дырку упал, что ли? У нас теперь нет кровати, Фласка. Идем в другой дом. Боже, почему тут все через жопу работает? Так почему у жителя зеленый глаз? Нашел Фласка. Скретчи, я как тыкну на то, что сверху. Не надо тыкать. Пожалуйста, не тыкай ни на что, Фласка. Убери руки от клавиатуры. Ладно, все, я не трогаю. Вот мне не надо вот это говорить. Ты мне дал карт-бланш на все. Я теперь не буду играть. Скретчи, мой персонаж смотрит в небо, нет! Потому что небо красивое. Фласка, мы знаем, что он только молодец. Где нам ее взять? Скретчи, а ты подумал, нет, что вообще тот, кто придумывал вот этот вот мод или что это такое, он придумал его максимально криво, потому что на мне, мои зеленые штаны, понимаешь? Да, но мы люди с тобой, это не работает. Сейчас, подожди, я тебя осторожненько пронесу. Скретчи, если ты хотел что-то пахнуть, надо было просто сказать, я бы с удовольствием взяла. Нет! Взяла, и мы бы с тобой бухнули! Я успел отбежать. Я просто кровать хочу нам найти. Пойдем. Я устал сидеть в этой дырке. Мы весь ролик в дырке сидим. А я что, виновата, что кто-то придумал такой дурацкий тупой мод, который заставляет все вокруг взрываться? Еще железо. Шикарно. Слушай, зато мы с тобой добудем очень много железа, которое нам в будущем понадобится. Нафига оно нам надо? Мы в любое. Понимаешь, мы ни с каким мобом даже контактировать не можем. Ну, я имею в виду из плохих. Потому что плохой моб-крипер, он взорвется так или иначе. Ага. Даже если его трогать не будешь. Зомби взорвется. Так ты понимаешь, они тебя все трогают. Фласка. Ты так или иначе взорвешься. Что? Нет, мы сейчас с тобой отправимся в другой биом. А это очень хайпово. Да, мы же изначально с тобой начали на снегу, правильно? Знаешь, тут зима рядом. Ага. Только нам нужна еще одна кровать. Скричи, я вижу зимний биом! Да я только не на зеленое. Ты же понимаешь, что ты вместе с землей уничтожаешь снег? Бам! Я померла. Фласка. Ладно, я буду потихоньку идти. Да куда потихоньку? А, ладно, я вот туда. О, все, я на снегу, Фласка, я жду тебя здесь. Любоваться северным сиянием. Короче, гравитация меня Фласка. Жестко. Нет! О. На меня зомби шел, а я помер, от чего я там наступил. A few moments later. Фласка, максимально осторожно. Вот что сейчас произошло? Знаешь, что произошло? Под снегом трава была. Это очевидно, что под снегом трава. Почему она рванулась, мы на снеге? Я даже, я поставил кровать и, видимо, зацепил. A few moments later. Так, Фласка, там разбойники. Сейчас я его подставлю, зырь. Бам! Давай поспим на льду хотя бы, пожалуйста. Вот, я на лед поставил кровать, вторая у тебя. Блин, он на меня бежит. Пошел, пошел, давай. У-ху! Фласка! Бам! Я разберусь, Крэйчи. Все, Фласка, спать! Ура! Мы легли! Ты легла? Да, Фласка, ляг спать! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! На, жопу, нюхай жопу! А, чё, сплю! Нюхай жопу, нюхай жопу! Ладно, все, сплю! Ура! Все, Фласка, забирай кровать. Не забывай точку сохранения. Нам нужно с тобой войти туда, не взорваться. Осторожно! Я проход нам сделаю! Бам! Фласка, ты такой тундук! Ты знал, кого ты зовешь. Я не знаю, зачем ты меня зовешь. Я сейчас лестницу тебе сделаю. Иди. Я сделал, ты ее перекрыла. Давай, как на второй этаж? Сейчас. Тихо. Сейчас Флекс Чан все сделает. Оп. Смотри, там шелый булыжник! Отстава! Почему тут минное поле? Фласка, я просто доберусь на булыжнике до самого верха, облутаю сундук и все. Слушай, идея вообще хайповая, я тебе скажу. Да, я уже это сделал. Сундук.
Что тут у нас? Картошка, железо, козерог. Скретч, я почти здесь, а возрадуйся. Ласка. Твоя госпожа пришла, да. Смотри, что есть. Только если мы договоримся, что ты не будешь хотя бы 10 минут все бухать. Можем договориться на 10 секунд. Нет, 10 минут. Секунд. Ладно, 2 минуты. 3 минуты. 2 минуты. 5 минут. 1 минута. Договорились. По итогу, что-то ты в невыгодных условиях. Все, я ничего не делаю. Давай, руководи процессом. Так, у меня есть ведро. Нам нужно найти озеро славы и отправиться в ад. Там зеленого почти нету. Ладно, ну не спрыгнуть отсюда я не могу. Ласка, это фиаско. Это фиаско, братан. Я сейчас боялся, что ты меня скинешь. Все, идем искать лаву. В снежном биоме она по-любому должна где-то быть. Сейчас, кровать дроп челлендж. О, сработало, два сердечка всего. Дроп челлендж! Все, у нас нет кровати, я побежал. A few moments later. Паук! Так, Фласка, только максимально осторожно, не наступи на медь, потому что на нее нельзя наступать, она заминирована. Короче, время-то прошло давно. Нет, Фласка, вон там руины портал, пойдем, нам нужно к нему. Только тут этот, осторожно, замшелое все. Фласка, сначала в сундук, а потом взрывай сколько хочешь. Стой. О, обсидиан! Надо удалить свое желание! Да меня это взорвало! А нафига ты ко мне подходишь, придурочный? Вот знаешь, обычно, когда мы касались света, помирал тот, кто касается. А тут, блин, и я помираю постоянно. Так нефиг ко мне подходить, я тебе говорил, не подходи. Я странная. Я заметил. Так, Фласка, огниво, активирую портал. Так, все, активейшн! Ну, блин, я просто решила к тебе подойти. Подойти, да? Да. Ко мне? Да. И не посмотрела, что там зеленое что-то, да? Да что тут зеленое может быть, Скретч? Давай, поджигай вот его, сзади давай. Тебя зеленое, осторожно. Ладно, отходи, отходи, я хочу, очень хочу. Дико хочу. Это просто капец. Вот. Все, Фласка, в ад, пошли в ад. Там по-любому будет безопаснее, если мы не заспавнимся в зеленом биоме. Да, конечно, конечно. Загрузка. О, в нормальном биоме, Фласка. Ну пока что вроде бы ничего нам не угрожает. Здесь нет ничего зеленого, а значит мы будем жить с тобой только здесь. Мы будем жить здесь, а там я вижу крепость. А как мне теперь взрывать все? Хе-хе-хе, никак, Фласка. Закончились твои полномочия на этом все. Мне этот видос теперь не нрав. Может, я просто выйду и туда снимешь этот скучный видос без взрывов, без меня. Подожди, а на спавнере нету зеленого случайно? Шиза. Так, все, строимся, пойдем. Шиза Project представляет. A few moments later. О, на спавнере нет зеленого, Фласка, мне повезло. А тебе нет. Горю! Да? Как думаешь, вообще ничего нету? То есть, если я вот так вот прям все оближу, ничего не рванет, да? Вроде не должно. Так, мне надо придумать обход системы. Где взять зеленый? У меня есть что-то зеленое? Ничего нет. А что в аду может быть зеленое? Только если в сундуке какой-то зеленый предмет, который бахнет все. Ну, блин, пока что-то это. Мне не нравится такая перспектива. Мне надо что-то зеленое найти. Слушай, а давай, ладно. Стоп, а бастион он какого цвета? Я хочу сундук просто найти. И тут еще демоны какие-то фиолетовые. Они меня очень сильно напрягают. Вот что за фиолетовые демоны? Вот это, кстати, хороший вопрос. А ты где? Я иду за тобой. Ой-ой. Что? Что там бухнуло? Да тут жопа полная произошла. Фиолетовый демон-андроид! Скретчи, демон-андроид! Помочь? Он сильный? Ну, меня с ударом грохнул. Сейчас я с ним разберусь! Да сколько у него хп? Да что это вообще за покемон? О, назеритовые шмотки, Фласка! Фласка, стой! Это тебе! Флексчан, это надо. А у меня лазеритовый меч. Пойдем, мы теперь с ифритами на раз-два с тобой расправимся. Давай почопали скретчи. Ну что, мистеры ифриты, получай! Что? А я думал, с одного удара, с двух ударов отлетает. А у меня, кажется, с трех. Но ты по полной перезарядки дождись-то. Фласка, у нас уже 6 палок, тут еще добыча, и они выпадают больше, чем надо. Ну, прикольно. Блин, а фу. Стоп, эндерперлы, они зеленые же, да? Но они, наверное, стоп! Скорее не зеленые, а голубо-зеленые или не зеленые вовсе. Пойдем проверять, тут где-то зеленые. Они только в зеленом лесу, давай. А зеленый лес нас точно грохнет, я думаю. Это да. Это звучит просто опупенно! A few moments later. Фласка, тактика, смотри, эндермены в лесу, мы на них смотрим, они агрятся и идут к нам. И сейчас... Он на меня не идет, он засал. Сейчас я с этим разберусь чертом.
Нет, Эндерпёрл или что? У него в руках зеленое, походу, что-то было. И что, в тот момент, когда этот дурак что-то берет, ты все как бы это отправляешься к прадедам? Я вот не понял, что меня убило. Эндерпёрл, который у него выпал из рук, или то, что у него было в руках, потому что там что-то лежало. Нужно проверить, нужно еще одного эндермена найти. Так, Фласка, поехали. Сейчас смотри. Подобрать Эндерпёрл нельзя. А что это значит, Фласка? Это значит, что проходить мы его не будем! Ура! Жопа жопная.